Здравствуйте, я пришла в лес. Погода дождаться нереально, поэтому пошла такой. Ну, знаете, распогодилось, стало жарко. Говорят, что появились лисички. У нас очень в этом году запоздало это дело. Уже июль, у нас еще грибов нету нормальных. Но сегодня кто-то ходил, говорили, что видели лисички, собирали. Но я подошла к нашему месту, я там ни одной лисички не увидела, только разве что собрали их. И среди грибов я вижу только несъедобные. Съедобных пока ни одного не нашла я за сегодня. Но я еще только вошла. Потом пройду по дорожке и буду пробовать заходить вглубь. А вот случилось неожиданное. Я вот точно не ожидала увидеть боровик. Ничего себе, тут можно походить сегодня, если такое дело. Вот уж точно не ожидала. Ого, все не так просто. Итак, ножка, видно, вся червивая. Осталось проверить только шляпку. Да уж. Как вы понимаете, вкусно я не покушаю этот гриб сегодня. Обнаружены две сыроежки. Вот одна, вот вторая. Это зеленые сыроежки. Их важно не перепутать с бледными поганками. Но здесь видно, что сыроежка. По ножке хорошо видно, даже сверху. Видите, червивое все, потому что дождливая погода. На этом грибе у нас кушает вот это вот животное. Очень вкусно откушивает. Смотрите, кушает животное на этом грибе. Очень вкусно. Видите? Прям супер. Оп. Вот оно какое. Я их называю слимак. Ой, фу-фу, это еще что такое? Всего что-то вышло. Грибы оказались опять же червивые, но есть вот какая земляника встречается в лесу, довольно крупная. Как ни странно, у нас и мухоморы появились. Это очень странно, что вместе с первыми грибами мухоморы обычно появляются позже. Что-то здесь мы слышим какие-то писки. Интересно, это большие птицы или птенцы тут пищат? Тут где-то здесь находится. Я шла, увидела незнакомый цветок. Это что, лишнитка или что это такое большое? Я никогда не видела. А, нет, это вот что цветет. Ничего себе, я не думала, что такая трава вообще цветет. Это еще так красиво. Ого, круто. А тут у нас есть еще также паук сидит и жрет муху. Ладно.